Угол он уже погрыз. Молодец, пей. Вот так голова у нас сгорела. На солнышке сидит на балконе. Как будто грязная. Иди, моя зяйка, накушался, напился. Вот поэтому, девчонки, у кого кошки, вот реально советую каждому приобрести. Вот реально, вот это Трингбрунен, Вассабрунен. Обалденная вещь. Хоть у нас всегда здесь, а в спальне тоже в детской стояла водичка и в кухне, так как ветеринары даже советуют поставить в разные места, чтобы кот больше пил. Но все равно он столько не пил, как пьет вот эту именно воду. Видите, он ушел, она отключилась. И вот медбивегум, ксензор, это вообще вещь. И, конечно же, я наливаю также ему воду, да, то есть я себе наливаю с нашего фильтра. Вообще это не фильтр, а фасаба. И, кстати, когда мы котенка покупали, у девочки стоит точно такой же васаба. Почему васаба, а не фильтр? Ладно, фильтр в нем, да, понятно. И мембрана стоит. Он очищает воду на 99%, 0,9 от всех шадштоффы. Также он ее еще и нагревает в 4 температурах. 85 градусов, 100, 18 и 60 градусов.